Здравствуйте! Спотовый индекс основных сельскохозяйственных культур Bloomberg вырос в годовом отношении на фоне плохих погодных условий. Это усиливает опасения по поводу неурожая ряда культур, от пшеницы до кофе, и удорожания цен на продукты питания, пишет издание. Из-за засухи, морозов и проливных дождей ключевые производители сельхозпродукции оказались под давлением сокращения поставок и повышения цен на основные культуры. Индекс Bloomberg, в который входит 9 сельскохозяйственных товаров, вырос за год и близок к максимальному недельному приросту с июля. Дальнейший его рост чреват повышением потребительских цен на хлеб и напитки. В целом же, как признают эксперты, негативные изменения климата и геополитические проблемы будут способствовать росту цен на сельскохозяйственные культуры. Еще один незаменимый мини-продукт – пальмовое масло – дорожает в Куала-Лумпуре по тем же причинам, вдобавок к падению курса рингита.